Чувашия, как и вся страна, готовится встретить День защитника Отечества. Праздничные мероприятия уже стартовали. Буквально час назад на Чебоксарской Красной площади завершился концерт. Несмотря на морозную погоду, на залив пришли сотни горожан. Повсюду развивались флаги России и Чувашии. Прошедший год стал особенным для всей страны. Он сплотил общество, заставил по-новому взглянуть на многие вещи и понятия. 23 февраля мы вспоминаем не только героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству тех, кто стоял и стоит на страже наших рубежей. Представителям и ветеранам вооруженных сил и других структур, обеспечивающих безопасность страны. 23 число для нас всегда было знаменательной датой в календаре, и мы в этот день традиционно чествуем защитников Отечества. Как только вчера говорил президент страны, в деле защиты Отечества мы все едины. И вклад каждого заключается в том, что он делает свое дело на своем месте. В этот день, конечно же, прежде всего чествуем людей, которые носят погоны, которые с оружием в руках защищают Отечество и обеспечивают, наверное, главное – реализацию всего того нашего единого вклада в дело защиты Отечества.